У меня там сестра в Польше тоже, она вот в 2000 году уехала. Тоже как-то тяжко было уехать. Я не знаю, она туточка, ну, она уехала. У ней там цурка была в Польше, она как-то туда была. А сейчас уже вот как дочка туда хочет, не, внучка уже, внучке же пришел вызов, внучка едет, дочка уже к внучке хочет, а мне уже нечего делать, туточка самой, уже надо тоже за ним ехать, и вот. Как татка умер, она тоже осталась, с нами трое маленькие были. А. Тоже все время хотела в Польшу, все время она ехала. И вот заболела тоже, умерла. Нас осталось, вот эти трое остались. Я эту воспитывала, это меня. И вот такие. Не Людмила Васильевна по паспорту, а так все-таки мою Антонина Васильевна. Бабушка, мама, родина, все было выслано с Украины, с Хмельницкой области. Хмельницкая область, Слободский район, оттуда были все высланы тут. А потом, как немножко стал уже вратиться, не по-русски, наверное, вратиться назад, так мама туда сама приехала, мама умерла, а мы остались сиротами и там на Украине жили. Ну а потом мы немножко поднялись, я вышла замуж, и меньше сюда муж приехал сюда на магнитку, магнитка здесь строилась. Он сюда приехал на магнитку, ну и я с ним приехала, вот с Мирославкой маленькой. А пани была в Польсce? Co? Jeździła pani do Polski wcześniej, czy była wy byli w Polsce раньше? Nie, 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 nigdy nie była. Jak wy думаете, jak Polska wygląda? Ладно. Nie, a что есть в Польше, что здесь нет? Там язык свой, люди ближе, а все же. Родина, там сестра, племянники, там тетка, и это в Кракове есть, и вот племянница уехала вот 2 годика, вот это.